встречи, уважаемые коллеги, это запись конференции Андрея Владимировича Старовцов, главный тренер Барбатологами. Давайте наши комментарии по вопросу. Пока очень сложно, да, пытаться зарядиться. Как вы учитесь? Новости за шкаф. Да. Месяц назад был свой, сегодня прошло дали свое, потому что вроде бы сложно, смысл. Ребятам, спасибо. Они сегодня. Давайте поможем Андрею Валерьевичу, пожалуйста, вопрос вводящий. Дальше. После победного первого тайма, каков был план на второй? Как настраивали футболистов, что вы? Мы особо ничего не меняли, если 15 лет не настраивали. Сегодня очень драться. Ну, чтобы раздевалось. Ребята были заряжены на 100%, как мы ходили на второй тайм, в этом смысле работать. Как в плане поискать, мы ничего не меняли, но все работало. Команда приблизилась к третьему месту на расстоянии одной победы. Все идет по плану. Каков вообще план? Мы идем от игры. Сейчас у нас Динамо, и прекрасно понимаем, как это будет сложно. Все это игра через три дня. Задача ребят восстановить. В первую очередь, может быть, даже эмоционально. Эта игра забрала очень много сил. Ну, давайте не ставим смотреть сквозь сезон. Иван Бестерич, Красная. Сегодня, по сравнению с прошлым матчем, одну замену в составе провели. Вместо Матвейчика вышел Фрейков в одном составе. С чем связано? Ротация или... Ну, Сергею, смотрите, как сильно на возраст, тяжело восстановиться. Рассчитывать, что он выйдет, он может быть плюс Егору, допустил по желтой карточке, претензионер, он сыграл все. Ну и понятно, что это было позиция главного класса. Мы цели давали из другого тренера, понимали, что много занялось. В начале матча ваша команда не забила пенальти, Женеров опять пошел бить. В прошлом матче пенальти забил Раймон Андреоло. Есть ли у вас в команде штатный пенальтист и должен был ли сегодня Фаге бить его до пенальти? Нет, у нас я не назначал пенальтистов, я считаю, что... Но уверен, кто должен. Женеров не забил пенальти. Последний. Он очень расстроился на самом деле. Еще один вопрос по Жуниору ФГМ. После болезненного столкновения был вами заменен на Дениса Козловского. Мера предосторожности или что-то серьезное? Я просил замену, пока я не буду сказать, насколько все серьезно. Вот. Надеюсь, что есть мама посмотреть. Сергей Волков, Good News. Впервые за долгое время отличился Денис Козловский. Вы рады этому совершению, все-таки его боевая засуха затянулась? Денис тоже очень переживает по этому поводу, очень рад, что он записывает, работает, даже несмотря на то, что он всегда был в старте, но работает на тренировках, доводался. Перед тем, как раз Минским Динамо сегодня черную и желтую карточку получил Александр Ануфриев. Как вы оцените вообще момент, была ли там желтая карточка, и как вы будете заменять? Да, было, рассказали, значит, да. Вы коренной англичанин, можно ли сказать, что для вас игра за Баты была принципиальная? 100%. То есть вы настраивались на них больше, чем другого соперника в любом? Мы на всех настраиваемся, но Баты есть Баты. Я думаю, что на Баты настраиваются все команды. Чуть-чуть, ребят, очень настраивают. Спасибо. Есть еще вопросы? Если можно, я бы хотел от себя чуть-чуть добавить. Я бы хотел посвятить эту победу от себя и пенальти Казимира Чушаку. Человек, который основатель желтого транса, мотива, который оставил меня в футболе, сейчас нет с нами. Он всегда хотел сыграть на Борисове.
была конечно. К сожалению, не получилось. Вот мы сумели с вами. Все. Спасибо.